Поклонись третье место, да? И он остается в Нижнем Новгороде. Таня Зюзина. Как никогда хорошо подготовилась ваша сборная. Что здесь будет групповая эротическая фотография? Да, стой, пока эротично, я объявляю. Второе место занял Даниил Никулин. На втором месте тебе же тоже нужен кубок, да? Так, интрига, наконец-то. Все целуются, обнимаются. Диплом разыграли. Да ладно? Да.